чё, погнали? Погнали! Краснодар – самый быстрорастущий город России, и сюда приезжают тысячи людей с Урала, Дальнего Востока, Сибири. А еще больше задумываться, стоит ли вообще сюда переезжать. И сегодня мы с вами разберем эту тему и поймем, а стоит ли вообще переезжать жить на Кубань. Меня зовут Александр Иванов, и я 3 года живу в этом городе. Поделюсь своим личным опытом и мнением о нем. Ой, чего здесь только не было за эти 3 года. Итак, 3,5 года назад я переехал в Краснодар с чемоданом, мечтой и 30 000 долларов, рублями. Нашел работу, нашел деньги и открыл первое небольшое кафе I Love Coffee и стал бизнесменом. Кофе шло в ноль. И через 8 месяцев я закрыл кафе, продал кондиционер за 15 000 рублей и отправился в путешествие автостопом в Грузию, Азербайджан, Турцию и обратно в Краснодар. Открыл с инвестором 2 кафе побольше, через 8 месяцев ушел из проекта. Кафе работает по сей день. Я бизнесмен и я рабочий не поладили. Мы с партнером открыли 3-ю кофейную точку в Декатлоне. И параллельно я запустил организацию туров из Краснодара. Кофе был плюсовый, однако проект закрыли и на данный момент я совмещаю туры с работой. Ах да, я еще стал блогером. Ставь лайк, не жалей. Во-первых, прежде чем переезжать в Краснодар, нужно хорошо понимать, что на что вы меняете. Понять ваш основной мотив, потому что чем-то придется жертвовать. Например, в моем случае основным мотивом был климат и походы в горы и на море, то, что я люблю. В принципе, со временем мои походы в горы и на море стали моей работой. Второе, прежде чем переехать в Краснодар, лучше всего приехать и пожить здесь 1-3 месяца, тестовый период. Я сам, прежде чем переехать в Краснодар, приехал сюда пожить 1 месяц, и этого времени мне хватило, чтобы принять окончательное решение. И я очень рад за это решение. И третий пункт – это взять листочек бумаги и выписать все плюсы и минусы возможного переезда. Тут-то, возможно, и пригодится мой опыт. Я вам расскажу о особенностях города. А вы уже сами для себя решите, плюсы это или минус. Погнали! Первый плюс – город постоянно растет, и сюда постоянно идет прирост активной молодежи. Той молодежи, которая смогла взять и оставить свой родной дом, свой родной город – и переехать совершенно в чужой город. А значит, сюда также идет прирост идей и денег. Второй плюс – это климат, географическое расположение и экология города. Это мой самый любимый плюс, я даже снял про это отдельный ролик, можете посмотреть. Краснодар так расположен, потому что из него можно уехать и на море, и в горы, и в Сочи, и в Крым, Карачаево, Черкесию, куда угодно. Чтобы отдохнуть на выходные, вам нужно 2-3 тысячи, и все довольно бюджет. И этот город отлично подходит для тех, кто любит активно отдыхать и путешествовать, то есть для меня. Третий пункт – это специфика рынка труда. Тут не все так гладко. Прежде чем переезжать в Краснодар, нужно хорошенько подумать, чем именно вы будете заниматься на новом месте. Безусловно, просто так хорошее тепленькое местечко вам здесь никто не даст. Супервысоких зарплатов тоже не стоит ждать. Этот город больше подходит для тех, кто любит крутиться, вертеться в сфере продаж, в сфере менеджмента, в сфере бизнеса. Еще хочется отметить, в Краснодаре, как и во многих других южных городах, курортных городах, есть такая особенность, что многие вопросы решаются по блату, по кумовству, и это очень плохо, это мешает экономии города прежде всего. По другую сторону от всего этого есть масса людей, которые заряжают, собственно, и меняют этот город в лучшую сторону, и вы в этом можете поучаствовать. Подытожим немного и скажем, для кого же подходит этот город. Этот город подходит для молодежи, те ребята, которые еще могут себя искать. Безусловно, подходит для IT-специалистов, фрилансеров, для туризма и для общепита, и меньше подходит для технических узких специалистов. Специалистов, так как промышленность в городе очень слабо представлена. Четвертый пункт – это архитектура и благоустройство города. Для меня это больше минус, чем плюс. Я к Краснодару еще отношусь как к какой-то маленькой деревне. Очень маленький центр, очень много частного сектора, огромные пробки. И да, если вы решили переехать в Краснодар, то позаботьтесь о том, чтобы вы могли из дома пешком ходить на работу. Это сэкономит вам кучу времени и нервов. Из плюсов можно отметить разве что парк Ганинского. Это действительно один из самых красивых парков в России и, возможно, Европе. Из плюсов я также еще отмечу хорошие дороги в Краснодарском крае. Это действительно, наверное, одни из лучших дорог.
дорог в России. Также отмечу 300 солнечных дней в году. Для меня это действительно большой плюс, потому что я люблю солнышко, влияет на витамины, на гормоны, на загар. Короче, это класс. И еще напоследок скажу вам, это местные фрукты. В магазинах фрукты, наверное, не сильно отличаются от других регионов России, но в сезон, который здесь большой, можно покупать фрукты, овощи на маленьких рыночках у местных жителей, и это действительно гораздо вкуснее и витаминнее, полезнее. Друзья, я вам рассказал некоторые особенности города Краснодара, и вы уже сами для себя можете решить, подходит вам этот город или нет. Еще раз скажу, то, что все-таки город, безусловно, подходит тем, кто готов работать в нестабильной ситуации, когда рынок формируется, когда город стремительно растет. Это может быть плюсом, а может быть минусом. Вам решать. Я вам рассказал свой личный опыт, свое мнение. И напишите в комментариях, какие вопросы еще вы бы хотели бы услышать, какие вопросы вам еще разобрать. Мы обязательно это сделаем. Если вам понравилось это видео, то ставим палец вверх, подписываемся на канал. И до новых встреч! We'll be right back.